Короче, ребятки, всем привет еще раз. Точнее, даже уже добрый день. Так, смотрите. Офигеть. Вот дали бы мне его. Сказали, на, Олег, собери, будет твой. Хотя металл, да фигня, металл так-то наварить можно, главное, уголки целые. А, это он. Понял, мы сегодня на таком катались. Панорамная такая вот лодочка. Короче, приехали на песчаный берег, а я хочу с телефоном понырять и показать, и самому посмотреть рыбки там, знаете, как в аквариуме. Красиво. И получается, мне сейчас чуть-чуть пройти надо, метров 100. Так что вот. Такое ощущение, что эти плиты сейчас на меня скатятся. Ну вот мне объяснили, где-то здесь коралловый берег недалеко. Буквально вот, смотрите. Так, как это? Синяя вышка, видите, вот она. Ну да, 100-150 метров от нашего пляжа. Фух. Жара просто вообще невыносимая. Вот там еще что-то сверху прибило. Так, залезем, посмотрим. Офигеть. Какой-то луноход. Да, ребята, точно это луноход. Он с луны свалился сюда. Видите? Точно говорю вам. Упал сюда с луны. Фух. О, думал, змея. Офигеть, как ты меня напугал. Ага. И чё? Угу. А чувствуется уже близко, да? Уже типа он как кораллы. А, мы же сегодня здесь проплывали, помните? Вот здесь мы. Конечно, здесь коралловый берег. Даже не сомневайся. Офигеть, сейчас какой-нибудь зверь выбежит. И зарвет меня. И будете все радоваться. Как классно! Олега изорвали в кулочья. Вот видите, уже камни вот эти коралловые. Видите?
становится тише. Вот все, мы на кораллах. Смотрите, как красиво, ребята. Вот большие кораллы. Точно сказали. Я же не то имел в виду. Под водой, чтобы рыбок посмотреть в кораллах. Кораллы, говорят. Там с России две девчонки какие-то посоветовали мне. Езжай, говорит. Посмотри, там офигеть. Посмотрите, что я опять нашел. У них металл вообще просто, вообще вот просто валяется. Все, вот открытое море уже. Видите? Все, там, с той стороны уже, короче, очень далеко. Не видно этого берега. Все, вот, пожалуйста. Чисто один такой морской горизонт. Ага. Офигеть, ну вот свалку устроили на кораллах. Типа море все поглотит, съест, переработает. И ничего. Короче, я так понимаю. А, вон они. Видите, где сбор кораблей. Все, там уже начинаются эти. Потому что, ну, заказываешь, например, яхту с аквалангом, они стараются в красивые места тебе отправить. Я уже нырял, не помню, раза три, наверное. Не в этот раз. Прошлый, позапрошлый. Так, ну ладно, сейчас дойдем. Боюсь, батареи не хватит. Два дня не заряжал. Так, ну смотрите, проверка связи. Мешочек все запаковал. Звука, я так понимаю, что может и не быть. Поэтому говорю громко. Кораллоходов нету. Дома оставил, не дома, а в номере. Бля. Ну это, конечно, без них никак.
Ну что, ребята, искупались, посмотрели. Смотрите, там я почему рано вышел оттуда. Там под ногами вот и вот очень много ежей, вот этих морских. Они очень опасные. Я два раза чуть не наступил, представляете, ногами вниз смотрю, куда наступать. И вот буквально там сантиметров 10, наверное. Потом думаю, дай-ка я вот сегодня отдохну, завтра на другой пляж поедем. Ну, вообще, в целом красиво. Просто супер. Смотрите, опять идем. Пески, пустыня. Море. И корабль. Блин, ну так-то классный. Мне уже он нравится. Там по-любому внутри какие-нибудь гадости живут. Я сейчас выскочит. Ну, такой небольшой кораблик. Вот у нее здесь пластина должна быть хорошая, но она так-то и до сих пор. Вот она, куда крепится мотор. Ладно, пойдем дальше. До бара попить холодненькое что-нибудь. Сок. Наверное. О, слышите там? Намаз.